що змінюють? День, тиждень, хід історії. Випадковість чи закономірність? Фатальний збіг обставин чи бездоганна спецоперація? Хто архітектор? Хто стоїть за фасадом реальності? У мене є кілька версій. Добрый день, уважаемые телезрители, в эфире аналитическая программа «Версии». Я ведущий Алексей Кутепов, со мной в студии наш постоянный гость, обозреватель политический 17-го канала Владимир Воля. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, продолжаем следить за событиями вокруг мирного минского процесса, но перед тем, как мы начнем сегодня разбирать нашу заявленную тему, а именно, заработают ли мирные договоренности, как протекает выполнение пунктов соглашения, прямо сейчас в прямом эфире министр финансов Украины Наталья Яресько дает свою пресс-конференцию. Она, скорее всего, озвучивает очень важную информацию. Давайте мы сейчас это послушаем. Это, скорее всего, вписывается в картину сегодняшнего дня. Програму дій уряду, так як і написано в стратегії 2020, щоб сильну реформу робити по податковій управлінні адміністрації, тобто по ДФС, і по податкам, і по таможням, тому що ми все одно бачимо тут багато більш ефективності, які ми можемо від ДФС отримати. Запитання Wall Street Journal. Nikchitko, Wall Street Journal. Two quick questions. First, please. What GDP contraction do you see for the year? На рік, як ви думаєте, що буде в бюджеті, який скорочений? Друге, ви в цій програмі IMF 40 мільярдів, ми бачимо, що деяка частина цього піде на реструктурування боргу, і ми бачили підрахунки Міжнародного інституту фінансування, що принаймні 14 мільярдів має бути з реструктурування боргу, 13 мільярдів, може ви більш детально скажете. Якщо говорити про перше питання, у бюджеті у нас є номінальне ВВП, і воно збільшується трошки, тому що об'єднуємо обезцінення місцевої валюти та інфляцію. Якщо говорити про реальне ВВП, то прогноза на реальний ВВП на скорочення на 5,5%, якщо я правильно це пам'ятаю, але це не цифра, яка може говорити про номінальне ВВП. Якщо говорити про операції по обслуговуванню боргу, так ми очікуємо, що операції по обслуговуванню боргу за період 4 роки дасть до 15 мільярдів доларів. І це таким чином ми виходимо на цифру, яку мадам Лігард обговорювала, коли вона проводила прес-конференцію в Брюсселі минулого тижня. І цей пакет 40 мільярдів включає 15 мільярдів приблизно на обслуговування боргу. А чи включає це і російські борги? Так, ми поки що не дійшли до цього. Наші наміри такі, що ми консультуємося з усіма нашими кредиторами, не дискримінуємо по країнах. Наталя Малярчук, канал «Україна». У мене таке питання. Можливо, ви хоч приблизно назвете нам цифри, коли все ж таки можна чекати першого траншу від МВФ? Скільки все ж таки нам дадуть? І наскільки часу першого траншу вистачить Україні? Дякую. Все залежить від нас. Я хочу сказати, що перше, нам потрібно ці попередні заходи задіяти, тобто я маю на увазі, що ці зміни до бюджету, зміни в податкових законах, зміни в інших видаткових частин нашого законодавства та додаткові закони і щодо так званої афілійовані сторони в банківській справі, і деякі по антикорупційне бюро потрібно схвалювати, прийняти в Верховній Раді. Це
перше. Тільки після цього вони можуть скликати свою спостережну раду, щоб дати або добро, або недобро по нашій програмі. Очевидно, я очікую тільки позитивні рішення від IMF. Я б хотіла побачити, що після внесення цих законопроєктів на цьому тижні, що ми зможемо бачити дії, я знову підкреслюю, наших коаліційних партнерів в Верховній Раді, щоб докінчити це, схвалювати ці зміни до кінця лютого місяця і тоді очікувати перший тиждень, з першого тижня березня, рішення МВФ, яке надасть нам можливість на перший транш. Ми не обговорили з ними суми першого траншу поки що. Позиція уряду є, щоб просити в них, переконати їх в тому, щоб частина цього кредиту, яка має прийти до нас в 2015 році, була якнайбільше. По статистиці, по досвід МВФ з іншими програмами, ця сума може бути до 60% цілої суми, тобто 60% від 17,5 мільярдів, це десь приблизно 10,8 мільярдів. Більше того, воно в першому році, не перший транш, в першому році, тобто в 2015 році не може бути, просто фактично у них не буває такий підхід більше. Чи ми отримаємо 60, чи ми отримаємо 50, це ще поки що не вирішено. А із того, скільки буде в першому транші, взагалі ми не обговорили на сьогоднішній день. Чому і як довго це нам вистачить? Справа не в тому, чи вистачить, чи ні. Справа в тому, що чому уряд просить, щоб якнайбільшу суму, що можна нам надавати, дати перше? Тому що ми відбудовуємо таким чином наші резерви в Національному банку України, в Центральному банку. Ми таким чином також даємо переконання на всіх ринках, я маю на увазі і внутрішніх, і на зовнішніх, що наша ситуація, наша фінансова ситуація стабілізувалась. І сума має бути значна, сума має бути вагома для ринку. Я думаю, що немає різниці, чи вона буде 4, чи вона буде 5, але вона має бути вагома. І це більш психологічний момент, ніж фактично арифметичний. Міжнародна агенція Bloomberg, Володимир Рубяний, доброго дня. У мене таке запитання. Є підстави вважати, що російська сторона не буде погоджуватися на умови реструктуризації, які запропонує українська сторона? Відповідно, які аргументи ви плануєте застосовувати в цій дискусії для того, щоб переконати Росію? Можливо, будете використовувати чи МВФ, чи якісь інші країни, як брокерів в цьому процесі? Дякую. Я не маю відповідь на ваші, будуть всі параметри зрозумілі і видно, і ми тоді точніше почнемо вислухати точку зору і наших кредиторів, і розказати їм наше бачення, як ми можемо спільно працювати, щоб і їхні інтереси, і наші інтереси були задіяні для покращення української ситуації. Покращення української ситуації, в тому числі і з нашими кредиторами. Ми маємо ще два запитання. Незалежний бюро новин, Писаренко Ганна. Скажіть, будь ласка, я правильно зрозуміла, що ви і уряд в цілому сподіваєтеся на те, що парламент розглядатиме зміни до бюджету ще на позачерговому засіданні Верховної Ради, так? Так. Якщо так, то коли ви його очікуєте? Чи може знадобитися більше часу для того, щоб депутати ознайомились? Зазвичай це доволі тривала процедура. Дякую. Знаєте, я вам подала ці зміни, які ми робимо. Я вам скажу, що тут великих і багато так дуже тяжких змін немає. Найбільші зміни – це додаткові субсидії для населення, перше. Це друге – додаткові дотації для переселенців. Трете – це зміни до дохідної частини через зміни в ренті. Тобто я не думаю, що це дуже складний процес і дуже складні питання. Я вам роздала на три сторінки дійсно все, що там є. В нас немає велике поле для руху з бюджетом, тому що ми не маємо як профінансувати більше, ніж те, що ми зараз маємо, що перед вами. І таким чином, я думаю, що часу вистачить. Я думаю, що наші коаліційні партнери
вже зрозуміли, бо ми говорили з ними навіть і до цього про меморандум і про наші переговори з МВФ. Ми їх тримали в курсі. Я особисто в Міністерстві фінансів запросила всіх представників коаліції ознайомитись із меморандумом. Воно ще було в проєктній формі, тобто воно не було в остаточній формі, але всі вже переглянули, всі зрозуміли, всі в курсі того, що нам потрібно робити як перші кроки, як ці попередні заходи. Я надіюся, що в останній тиждень, чи я не знаю конкретно, в який день це потрібно до Голови Верховної Ради звертатись, коли він може бути, коли ця спеціальна сесія може бути, але я думаю, що це буде і на тому тижні, 23, який починається 23-го. Ще 5 запитань у нас насправді. Добре, будь ласка. Peter Leonard, Associated Press. Could I just ask you for a very... Я вас запитати, скажіть трошки англійською для іноземних представників, яким чином ви інтерпретували би пакет МВФ, який буде представлено. Ті цифри, про які говорив прем'єр-міністр, це показує, що недостатньо довіри до української програми реформ. Я відповім, по-перше, на друге запитання. Думаю, що якраз навпаки, це точно те, що говорить прем'єр-міністр, 17,5 з 25 або більше мільярдів доларів двосторонньої або багатосторонньої підтримки, і разом з 15 мільярдами доларів ми сподіваємося, що ми це досягнемо. І також 4,5 мільярдів, 40,5 мільярдів пакет, про який сказала пані Легран. Ми дуже раді тому, що у нас є така підтримка наших партнерів, двосторонніх та багатосторонніх. Це початок нашої співпраці, але 17,5 мільярдів – це за 4 роки. Двостороння допомога – це рік-півтора роки. Штати сказали про 2 мільярди доларів за цей рік. Буде ще додаткові суми, які будуть за наступні роки отримані, коли ми будемо рухатися по шляху реформ. Я переконана, що це початок дуже такого пакету, який буде підтримувати нас і стосунки, які підтримують нас з нашими міжнародними партнерами. Тобто я не розочарована. Якщо говорити про швидкий виклад того, що було англійською, я почала говорити, як всі знають, що питання національної захисту нашої території – це перше. Те, що стосується фінансової мобілізації, це дуже важливо, так само, як інша мобілізація. Фінансова мобілізація починається з стабілізації нашої економіки. Стабілізація нашої економіки, фінансової та банківської системи. Перший крок до цього – це наші реформи, наша програма реформ, яка є основою програми МВФ. МВФ погодилися на нашу програму реформи, не ми на їх, і це дуже важливо для України та українців. Ця програма МВФ 17,5 мільярдів відкриває для нас дорогу до додаткової двосторонньої багатосторонньої підтримки. Це ключовий елемент з українського боку. Наступний ключовий крок – це попередні дії, які нам потрібно зробити для того, як Рада директорів ухвалить будь-яку програму МВФ. Ці дії – це прийняття змін до бюджету, про які я казала, прийняття законодавчих змін, які є частиною цих змін бюджетних, і також у додаток до цього декілька законодавчих змін в сфері покращення антикорупційного бюро, також рух вперед і вирішення питання кредитування банківської системи. Все це, якщо це вже не було направлено до нашого парламенту, і ми дуже вдячні, що сподіваємося, що наші партнери по коаліції будуть ефективні, вони переглянуть і вони підтримують всі ці зміни таким чином, щоб тиждень 23 лютого ми провели сесію, яка буде це розглядати, а потім в кінці лютого, на початку березня, МВФ відкриє перший транш. Також, якщо говорити про зміни, які є критичними в бюджеті, найкритичнішою зміною є, якщо говорити про доходи, це збільшення ренти в газі з 20 до 17%. Ми збільшуємо рентну плату за користування надрами, також
тариф на енергетику для житлового сектору також. Якщо говорити про доходи, плюс 9 мільярдів і субсидії, 12,5 мільярдів додаткових субсидій для населення, яке потребує такої підтримки. Інші зміни в бюджеті, які є дуже важливими, це збільшення нашої підтримки для переміщених осіб. У нас 1 мільйон людей, які зареєструвалися як переміщені люди, ще 2,9 мільярди для них в бюджеті. І також дуже важливим є збільшення різних видатках, які пов'язані із обесціненням нашої валюти та інфляцією. Зміни до бюджету, тобто я дуже прозоро вам дали всі зміни, але я тільки підкреслюю ті, які найбільш важливі. But I've only discussed maybe. Я тільки говорю про більшість з них. І те, що дуже важливо, що це початок структурних реформ, які потрібні для країни, і вони потрібні не для МВФ, а вони потрібні для країни. На цій основі ми сподіваємося, що парламент буде рухатися дуже швидко, і вони будемо рухатися від стабілізації, будемо створювати основу для зростання у 2015 році. Толичок, добрий день. На часі зараз є ідея уряду стосовно націоналізації вкладів громадян. Чи планується повернення до цього питання? Якщо так, то коли і чи варто громадянам переживати через це? Не на часі, не переглядається. На сайті Мінфіну абсолютно чітко написано, що це ідея не жива і не жиє. Доброго дня, п'ятий канал, програма «Гра інтересів», Анна Панащук. Скажіть, будь ласка, одним з джерел надходжень до бюджету вважається легалізація гральної сфери і підвищення податків на лотерейну діяльність. Але січень місяць показав, що підвищення податків на лотерейну діяльність знизило рентабельність на 65%. Чи буде це питання переглядатися і чи будуть вноситися зміни до системи оподаткування? Ви, напевно, пам'ятаєте, що ми пробували якраз в грудні місяці, як я перше прийшла на посаду, змінити законодавство щодо цих азартних ігр. На жаль, ми в той період не змогли це внести, і ми поки що їх не внесли, ми поки що не змінили. Тобто зараз лишається існуюча система, до якого ми там ще поки що не внесли нові ефективні зміни. Міністерство фінансів працює над цим. Є дуже багато зацікавлених різних сторін і в Верховній Раді, і інвестори, і соціальні організації, які хочуть, очевидно, якусь підтримку через лотерейних надходження. Тобто, я думаю, що ми в наступні кілька місяців доведемо це до якогось раціонального кінця, але ми поки що до цього не дійшли. Ми поки що балансуємо всі різні інтереси і всі різні можливості, всі інші досвіди різних країн, і ми не вийшли поки що на один варіант, який маємо пропонувати, скажімо, з уряду. Невелике питання стосовно додаткових мит на імпорт 5-10%. Так. Все ж таки, коли буде прийнято остаточне рішення і чи може це вступити вже в силу, в дію з березня чи, мабуть, вже з квітня? Ми сьогодні на уряді прийняли це рішення, і воно вступить в силу протягом кілька днів. Як тільки допишемо деякі списки щодо цих критичних імпортів, я маю на увазі, що, як ви знаєте, є виключення для деяких конкретних медичних або лікарських критичних імпортів та енергетичних. Тільки ці списки будуть готові, тоді введемо в дію. Це на днях. А вони будуть якось змінені, ці списки? Щодо додатково туди щось? Списки ще не були розроблені, тому вони на днях. Скажіть, будь ласка, яка сума Представтесь, буде? Будь ласка. Майсенко Олександр, Forbes Україна. Скажіть, будь ласка, щоб Національний банк перерахував вам прибутки, йому потрібно звіт отримати свій аудиторський. Чи вже є цей звіт, скільки Національний банк вам перерахує коштів, бо тут йдеться про їх зменшення,
Яка це буде сума та чи обговорюється ще наразі реструктуризація боргу, який є портфель Національного банку? Дякую. В бюджеті, який був прийнятий в грудньому місяці, було передбачено 65 мільярдів перерозподіл прибутків від Нацбанку в уряд. На жаль, виглядає по прогнозах, що це буде зменшено, і тому ви бачите в цій табличці зменшення на 4,5, я думаю, мільярдів. Дійсно, ви праві, що ціла сума має бути перечислена тільки після аудиту. Аудит ми чекаємо в квітень-травень місяць, тобто ми маємо право по закону України тільки частину отримати до кінцевого аудиту. Додатково до цього, в бюджеті, який був схвалений в грудньому місяці, було передбачено репрофайлінг існуючих внутрішніх зобов'язань ОВДП, які є в Нацбанку. Ми відмовилися від цієї практики в цьому році, тобто ви бачите, що там також є зміна тих 10 мільярдів, наприклад, що ми думали, що ми будемо мати ощадження від репрофайлінг, ми не будемо їх мати, і тут є плюс до видатків на табличці. Маємо ще два крайні запитання. Будь ласка, сьогодні. Будь ласка. Доброго дня, Яна Курченко, Соціальна країна. Скажіть, будь ласка, в якому обсязі в цьому році буде компенсований проїзд у громадському транспорті? Бо Київпастранс каже, що він минулому році перевіз на 500 мільйонів, а йому виплатили лише 120. Перше запитання. І друге, на вашу думку, чи не забагато у нинішньому бюджеті виділено на утримання влади Верховної Ради, Кабміну, окремих відомств, офіційних видань? Ну і так далі. Дякую. По-перше, питання, я конкретну суму вам не можу дати, але якщо я пам'ятаю, то це пільгове перевезення кінчається, якщо я пам'ятаю, після першого півріччя в цьому році. Конкретно я не для деяких категорій, правильно, але я суму вам не можу сказати. Якщо ви хочете залишити ваше ім'я, ми можемо надавати вам конкретні суми. Щодо другого питання, нагадайте мені друге питання. Забагато виділено на державний апарат. Ну, для Мінфіну завжди забагато видатків, всіх видатків забагато. Тобто я не можу казати, ми будемо працювати над тим, щоб скорочувати ці видатки безперервно, тому що нам потрібно бути більш ефективним. А за одним махом це майже нереально робити. Але процес іде, ви розумієте, що ми вже зобов'язались зменшити чисельність державної структури десь приблизно 20%. В тому році ми вже зменшили на 10%. Тобто процес іде. Ольга Германова, обвісник податковий. Скажіть, будь ласка, проліть, будь ласка, світло на зміни до закону 77-го щодо ЄСВ, які зараз готуються в уряді. Які саме зміни будуть? Дякую. Як ви всі пам'ятаєте, ЄСВ, який був прийнятий в грудньому місяці, не був пропонований урядом, а був пропонований один з наших партнерів коаліції. Ми підтримували це як один із творчих варіантів, як заохочити наших українських бізнесів відходити чи виходити, скажімо, з тіньової економіки. Одночасно, по практиці в січному місяці воно не спрацювало повністю, тому що критерії були досить складні і досить вагомі. Ми зараз працюємо із членами, депутатами Верховної Ради і в уряді, щоб ці критерії покращити, більш вияснити їх і створити систему, яка дійсно зможе заохочити бізнес виходити з тіні. Я думаю, що ми це маємо зробити до кінця тижня, якщо не раніше, і надіюся, що вже з цими поправками ми зможемо бачити реальний ефект, який цей закон мав би дати. Пані Наталя, крайнє запитання на сьогоднішній брифінг. Будь ласка. Вікторія Бойко, Істочник Інфо. Скажіть, будь ласка, сьогодні відбулося зниження рейтингу агенції Fitch, незважаючи на оголошену програму. Очікується зниження рейтингу подальшим іншими структурами, рейтинговими агенціями. За оцінками експертів, це з приводу того, що інвестори розчаровані сумою програми з МВФ. Наскільки такі зниження в подальшому вплинуть, посилять або там погіршать вашу переговорну позицію щодо реструктуризації боргу? І в чому ви вбачаєте позицію, чому почалось зниження? Ну, і так було зрозуміло, що ми не можемо дуже платити. Я думаю, що є різні
критерії, які були внесені в зміни рейтинг. І я думаю, що не найголовніше – це сума програми. Я думаю, що сума програми існування нашої програми з МВФ – це є плюс. Я думаю, що є ряд інших питань, які, на жаль, в балансі, можливо, вони використали, щоб вийти на мінус. Я не знаю, що очікувати від інших рейтингових агентств, але наші переговори, наші консультації з нашими кредиторами, я думаю, не базовані на цих рейтингах. Рейтинг – це дуже важливо, на мою думку, для нових кредитування, і ми зараз не виходимо на міжнародний ринок, тобто це поки що не наскільки суттєво для нас, як могло би бути. Дуже дякую вам, пані Наталі. Будь ласка. Дякую всім вам. Гарного вам дня. Колеги, на сьогодні наш робочий день закінчено. Роботу починаємо завтра о 9 ранку. Я ще раз повторю, це була прес-конференція міністра фінансів України Наталії Яресько. Затрагивались многие вопросы. Одни из самых важных – это, конечно же, экономическое состояние Украины, состояние экономики. Обсуждался кредит от МВФ. До сих пор нет суммы, которую Украина получит в первом этом транше. Ну, уже не в первом, а каком-то по счету. А это, между прочим, очень важно, потому что надо же понимать, от суммы зависит, куда она будет направлена. Да? Либо на старые кредиты, либо на войну, либо на приобретение, собственно говоря, оружия. Ведь если речь идет о поставках Украине оружия со стороны западных стран, то не бесплатно же поставки. Что значит поставки? Не дарят же, обязательно покупать. Знаете, какие деньги? Денег нет. Ну, мы вам одолжим, а вы у нас купите. Итак, день у нашей сегодняшней темы, а, собственно говоря, напомню, заработают ли Минские договоренности, работают ли они уже, заработали ли первые пункты и как будут выполняться все последующие. План такой сегодня у нас, коллеги, дорогие зрители. Собственно говоря, как документ о перемирии встретила Европа и встретили США. Вторым пунктом обсудим, как встретили Петра Порошенко и Минские соглашения здесь, в Украине, местные элиты, местные группы, да. Какова реакция? В общем-то, также мы рассмотрим сегодня по факту, нарушено ли уже какими-то странами перемирие, хрупкое перемирие, которое все-таки, следует отметить, установилось. Да? Перемирие по факту есть, а вот нарушено ли оно официально, потому что мы знаем, что идут обстрелы. Будем разбираться. Бои. Бои идут, обстрелы, да. И также разберем вопрос Дебальцева, этот болевой участок, который очень сильно поддает риску срыва Минских соглашений. Да? Самый большой риск. Да, самый большой риск. Давайте начнем с картины происходящего, что у нас в стране. Нарушен ли мир? Вот так со серединки озвученного начнем. Нарушен ли мир? Да. Давайте я для начала прочитаю сводку основное в этой теме. Нарушен ли мир? Значит, Захарченко обвиняет Украину, ну, а Украина, следовательно, обвиняет Захарченко в обстреле Горловки. Вот есть информация, что в Горловке боевики градом обстреляли центр города. Да, есть Горловка контролируется сепаратистами. А Горловка контролируется, да, военными силами Захарченко. Но, тем не менее, боевики градом обстреляли центр Горловки. Ну, опять-таки, мы рассматривали эти прецеденты на примерах, кто перестреливает Донецк, не смогли найти весомого доказательства, что сами боевики обстреливают себя. Доказательства этому мы не нашли. Может, плохо искали. Итак, дальше. ДНР, в свою очередь, обвинила силовиков Украины в обстреле Горловки встречным обвинением, да, вот на корреспонденте есть сообщение об этом, звенела силовики в обстреле Горловки, да, то есть как бы, и пишется, что об этом поинформировали в том числе и ОБСЕ. Вот, дальше идем. Захарченко угрожает взять Харьков. В случае, если, по его словам, украинская сторона не будет соблюдать перемирие.
Вот Минских условий Минских условий не будет придерживаться, да, более широко. И не отведет свою технику, не отпустит пленных, не продолжит бомбить их места, города там и так далее. Ну вот как бы идут встречные обвинения и фактически угрозы. Собственно говоря, президент говорит Украине, что ведет военное положение, и тогда точно мощи хватит всей экономики страны для того, чтобы, мол, ну, по его мнению, хватит мощи, чтобы выиграть эту войну. Да? Кстати, с украинской стороны тоже по поводу... Если будут нарушены Минские договоры, отвод тяжелой техники, Чалый заявил, что будет отвод тогда, когда будет прекращено... Мы сейчас до этого прекращена дойдем. Будет Пока стрельба. Что мы делаем обзор, да, вообще ситуации, нарушен ли мир по факту. Итак, дальше сообщение. Боевики обстреляли Донецк и собираются обвинить в этом силы АТО. Это вот сигналы об этих провокациях, о которых заявляло украинское правительство, да, что, мол, сами себя обстреляли, Донецк, и собираются обвинить в этом АТО. Но я только по одной причине всегда подаю сомнение подобные сообщения. Ну, как бы сообщения о провокациях. Это неэффективно. Ни один раз обвинение украинских сил, ну, я, понимаете, да, о чем я говорю? То есть конструкция такая. Силы ДНР вышли из города, сами ударили по своему городу и говорят, смотрите, что делает украинская власть. Такие заявления со стороны украинской власти были, что они провоцируют сами специально стрелять по себе, чтобы... Но нет смысла, почему? Потому что это не сработало ни одного раза. Ни в глазах мирового сообщества, ни перед Россией, ни перед правительством Украины. Но неужели, если неэффективный какой-то выбирает способ одна из сторон, она будет бесконечно долго его повторять по кругу? А, такая информация, ну, в самом лучшем случае принимается к сведению, да? Но когда слишком часто подобные заявления звучат, то заставляет задуматься, в своем ли уме та сторона, которую обвиняют в этом, и в своем ли... И... Сколько месяцев у нас уже идет? Война с апреля. С апреля да. Месяца, наверное, уже, наверное, тысячи обстрелов. В различных, тысячи, да, обстрелов, да. С различной степенью интенсивности, с охватом территории. Да, то у меня вопрос. Если 998 раз сами себя обстреляли безрезультатно, то будут и 999-й, и тысячный раз бить. Ну, вот странно, да? Идем дальше. Так, боевики обстреляли Широкино под Мариуполем. Загинуло 5 бійців Азова. Это сообщает у нас «Украинская правда». Мы пока делаем сводку, да? Дальше углубимся немножко. Семенченко. Давайте я быстро прочитаю. Вот у нас есть тут ссылки, чтобы зрители наши могли убедиться, что я не придумываю с головы. Вот, можно повключать это все. В Широкином уточится пехотный бій Семенченко, да, говорит об этом на корреспонденте. Опять-таки, вот пехотный бій. В Широкином уточится пехотный бій. Кратко, если в ответ никто ничего не стреляет, то как вообще происходит сражение? Бій. Да. Да, если бить, то значит бой — это две стороны, да, участвуют. Бои в Дебальцево. У Путина нагадали боевикам, що Мінські угоди для всіх. Правда пишет. Дальше. В ДНР не почули Кремля, вимагають від сил АТО скласти зброю і залишити Дебальцево. Правда говорит. Вечером. Українська правда. Сили АТО не здадуть Дебальцево, Генштаб. Мы сейчас будем более подробно останавливаться, да? Батальон Кривбас. Так, говорит, что просит помощи, да, из окружения, для, ну, помощи для того, чтобы выйти из окружения. Помощи, чтобы отразить натиск, не обязательно выйти из окружения, отразить натиск сепаратистов на Дебальцево. Под Дебальцевом боевики из танков обстреливают позиции сил АТО, які утримує батальон Кривбас. Боевики обстреляли, говорит «Украинская правда». Сепаратисты відступили під Дебальцево після артудару Генштаб. Вот, кстати, это тоже вот, «Украинская вот правда». Что? А после этого батальон Кривбас... После артудару, то есть как бы артудар уже точно признан был и со стороны, в том числе, Украины. Да? Итак, ну, да. Что мы видим? И мы вот, видим... новость, которая как бы... Не вошла в Кривбасі, звинувачує Генштаб у неправдивій інформації щодо Дебальцево. В чому неправдивість інформації? Що про успішне застосування артилерії і доставку боєприпасів і продуктів у Дебальцево. Куратор батальйону Кривбас Микола Колесник
Доповідаю, всю ніч по опорних пунктах працювала артилерія противника і таке інше, і що у відповіді, тобто не підвезли нічого, ніякої допомоги. І звісно, що не було удару, це так принаймні. Куратор батальйону говорить. І так, от що ми бачимо, картина яка? Дебальцево і Широкіно. Да, это две как бы такие точки, где не прекратился огонь. Да, уже есть факты применения и стрелкового оружия, и оружия более тяжелого, минометы и артиллерия. Да, то есть две точки, Широкино и Дебальцево. Ну вот что говорит еще ДНР, заявили, что имеют право стрелять по Дебальцевому. Потому что Дебальцево наше, говорят ДНРовцы. Пророссийские боевики заявили, что не будут соблюдать перемирие в Дебальцево. Конечно, мы можем открыть огонь по Дебальцево. Это наша территория, заявил председатель Минобороны Эдуард Басурин. По его словам, в других местах вдоль линии разграничения стрельба прекращена. Но вот сама миссия ОБСЕ, как главная мониторинговая миссия, прописанная в Минских соглашениях, вот что сказал. 15 февраля председатель миссии ОБСЕ в Украине Эртугру Апакан заявил, что ОБСЕ констатирует почти полное прекращение огня в течение первых 12 часов режима тишины. За некоторыми исключениями, пишет ОБСЕ. Да? То есть, вот опять-таки, Широкино в отчете ОБСЕ звучит и Дебальцево, и Дебальцево. Давайте более подробно разберем, что же, чем есть на самом деле вот эти вот две точки преткновения. Начнем с Дебальцева. Почему дебальцевская ситуация ставит под угрозу хрупкий мир? Спор возник в трактовках, вообще спор по поводу того, есть ли окружение вокруг Дебальцева, окружены ли украинские силы там. И возник этот спор в заключительной части переговоров в Минске. И по итогам переговоров эту проблему, собственно говоря, первым вышел к прессе и озвучил российский президент Путин. Он предложил тогда направить экспертов, чтобы установили, действительно ли находится Дебальцево в окружении. Поскольку представители Украины, Петр Порошенко и присутствовавшие там эксперты, контактная группа утверждали, что никакого окружения нет, а прибывшие туда Захарченко и Плотницкий заявляли, что окружение таки есть, и настаивали на том, чтобы это по-видимому, что это их внутренняя территория, либо украинские войска должны оставить эту территорию. Мы не знаем точно, что именно было, но от участников переговоров или причастных к проведению переговоров, мы знаем, что спор возник в том числе из-за этого вопроса, и причем во второй половине ночи, когда шли переговоры в Минске. Проблема еще состоит в том, что до сих пор на самом деле четко непонятно, находится ли Дебальцево в окружении. Сепаратисты говорят, что находятся в окружении. До сих пор об этом идет спор, да? Да. Так все-таки в окружении или нет? Вот неизвестно, но есть косвенные некоторые интересные признаки, оговорки. Президент Петр Порошенко, когда накануне без пяти 12 ночи выступал и вводил в действие прекращение огня, он сказал, что дорога на Дебальцево разблокирована. Туда прошли конвои с помощью там боеприпасами. То есть, если разблокирована, значит, она была заблокирована. Стоит ли это так понимать? Кроме того, уже вчера днем на брифинге в кризисном центре министр иностранных дел Павел Климкин сделал интересное заявление. В общем-то, говорила миссия ОБСЕ о том, что сепаратисты не пустили в Дебальцево миссию ОБСЕ. Мы можем видео посмотреть, да? Да, есть. Кажется. Ну вот есть, да, Климкин, который об этом говорит в прямой речи своей. Так. Так. Секундочку, сейчас я посмотрю, на какой-то именно минуте происходит. 0.1.30, кажется. Да. Коллеги, у нас нет звука, идет какой-то другой звук. Мы не можем посмотреть.
Реклама где-то на вкладке. Да, где-то реклама на вкладке надо. Странно. Угу. Все понятно. Итак, вот у нас Климкин. Миссия. И за по-справжнему храбрость тут вот у нас важкого озброєння. І коли місія ОБСЄ зможе повністю здійснювати моніторинг і верифікацію і припинення вогню, і відведення важкої зброї. О 3-й годині, як я розумію, місія зробить свій брифінг. Можу повідомити, на жаль, що сьогодні, незважаючи на всі наші зусилля, незважаючи на всі зусилля місії, і я знову-таки хочу висловити вдячність місії і за по-справжньому хоробрість і відданість своїй справі, їх не пустили до Дебальцево, сказавши, що вони не можуть туди потрапити. Це пряме порушення зобов'язань і духу мінських домовленостей, оскільки місія є єдиним механізмом реального контролю за припиненням вогню. Я вважаю, що ті, хто заважає роботі місії, а не тільки порушує припинення вогню, мають нести за це і політичну, і моральну відповідальність. Ну вот действительно очень странная вещь. Вот смотрите, кто может не пустить? Тот, кто контролирует. Кто контролирует, да. Вопрос. Но... сказал президент, что контролирует дорогу украинские военные. Значит, кто не пустил? Украинские военные? Вопрос. Почему? Ситуация действительно очень интересная, потому что наша сторона, как никто другая, заинтересована в том, чтобы наблюдатели ОБСЕ присутствовали в Дебальцево именно после введения в действие перемирия. И я удивлен, что там нету этих наблюдателей. Если дорога разблокирована, если есть возможность прибыть наблюдателям ОБСЕ в Дебальцево со стороны Украины, то значит, это обязательно... Значит, кто не пустил? Украинские военные? Почему? Действительно, очень... Технические сбои, да. Понимаете, правильно вы говорите, что если заблокировали дорогу ДНРовцы, то по факту кольцо имеет место быть. Да. Может быть, они таким образом хотят все-таки давить на общественность, на украинскую власть, чтобы все-таки не признали, что котел есть. И тогда уже разговор как бы совсем другой уровень выходит. Да? То есть тогда уже можно говорить о том, что пускай военные ваши выходят, мы там сделаем коридор, это будет наша территория. Или просите Россию и всех представителей нормандской четверки признать факт, ну, вот этого военного преимущества ДНР, да, то есть с помощью этого котла. Я вот немножко как бы по-другому вижу это все. Два пути у наблюдателей ОБСЕ, существует два пути в Дебальцево. Один путь с украинской территории, контролируемой нашими силами, другой с территории сепаратистов. С точки зрения сепаратистов, выгодно ли им или невыгодно пропускать? Ну, что они там могут увидеть, если попадут на территорию Дебальцево со стороны сепаратистов? Увидят то же, что и, в принципе, частично то же, что и со стороны, с той стороны они видят, что силы ДНР, или как их там называют, ведут обстрел города из орудий. Это они могут увидеть и на территории, контролируемой сепаратистами. Если они попадут в Дебальцево, то они увидят, куда попадают эти снаряды, боеприпасы, какие разрушения они осуществляют, и человеческие потери и страдания. То есть, как бы, ну... Может быть, это не хотели бы сепаратисты пропустить. С другой стороны, им как бы выгодно было бы показать, что Дебальцево находится в окружении. Нашей власти выгодно было бы, если есть даже дорога, хоть какая-то возможность по этой дороге
которые хотя бы частично контролируются, доставить туда наблюдателей ОБСЕ, чтобы они фиксировали все разрушения, человеческие потери и могли свидетельствовать против сепаратистов. Но почему-то речь идет о том, что вот сепаратисты не пропустили. А с нашей стороны, как-то по этой трассе можно их было туда доставить? Под усиленной охраной, там, я не знаю, прикрытием. Итак, еще раз, резюмируйте более конкретно. Почему, может быть, невыгодно ДНРовцам пустить к себе ОБСЕ? Со своей стороны. С любой стороны, чтобы они просто присутствовали и мониторили ситуацию. Но это речь идет не к себе, а не пустить. Они там находятся на территории ДНР. И насколько я знаю из заявления представителей ОБСЕ, то... Стоп, секундочку. Если Дебальцево окружено, то в самом городе Дебальцево находятся украинские военные. Да. И вот в Дебальцево не могут попасть представители ОБСЕ. Ну, и вы имеете в виду, что если Дебальцево не окружено, то есть участок украинской территории, так? И через нее можно спокойно провести. Да. Можно. Но Климкин заявляет, что не пустили. А как это не пустили? Ну, это может он сам того не думая, как всегда не думая, извините за переход на личность. Это как... было так допущение. Допущение. Да. На самом деле проболтался о реальной ситуации. Что не контролирует украинский народ. Да, то есть решил обличить сепаратистов, а на самом деле слишком сказал настолько много лишнего. Так, хорошо, идем дипломат. Дальше. У нас, ну да, дипломат. Итак, по Дебальцево, какие могут быть все-таки выходы из этой ситуации? Потому что бои продолжаются, да, обстрелы продолжаются. В каких моментах продолжаются обстрелы? Пытаются выйти? Украинские силы пытаются выйти? Или вокруг чего бои происходят? Я думаю, что вполне реально является заявление военного руководства, что наша сторона не собирается оставлять Дебальцево. То есть будут держаться за Дебальцево до последнего. И я думаю, что основные бои могут развернуться не столько в смысле штурма Дебальцево, сколько как раз за вот эту за этот перешеек, который соединяет условно теперь Дебальцевский анклав или выступ с остальной территорией, контролируемой нашими силами. Там появились в последнее время сообщения, что горловки сепаратисты стягивают силы. А если они их туда стягивают, то, скорее всего, чтобы ударить по этому узкому перешейку или еще более его закрыть. Дебальцевскому, да? Да, который соединяет Дебальцево с остальной территорией. Так вот вопрос, что мы будем бороться. Но стоп, Украина-то будет в чем бороться? Батальоном Кривбас, который находится, собственно говоря, в окружении, да? Нет, там есть артиллерия, то есть тяжелое вооружение там ну, есть. По линии соприкосновения. Которые попадают под отвод. Но на данный момент пока что, хоть и просил батальон Кривбас помощи, но помощь пока не предоставлена. Ну, судя по тому, что сказал Кривбас, вот информацию, которую я процитировал, то, да, они помощи не получили. И если действительно Дебальцево окружено, то эти все тяжелые вооружения, они со временем становятся все более бессмысленными, потому что нету подвоза боеприпасов. Да и провиант для людей. Ну да. Сколько может, если не будет этой подмоги со стороны украинской территории, то сколько вот в этом окружении может продержаться украинские силы? Вот это я не знаю. Я не знаю, сколько там человек, сколько у них боеприпасов и всего прочего. Ну хорошо, а можно считать нарушением мира вот эту ситуацию в Дебальцево? Эти постоянные позиционные бои. Да, можно. Можно считать нарушением перемирия. Перемирия, да. Да. То есть, хотя... Ну, как минимум, это нарушение режима прекращения огня. Такая да. формулировка перемирия, была использована прекращения в огня. Тексте. Прекратить огонь с нулей, да? Огонь, это в том числе и выстрел из пистолета, но не прекращен огонь. Если говорить с точки зрения протяженности линии размежевания и говорить о том, на каком проценте этой протяженности линии размежевания, соприкосновения идут бои или перестрелки, то в принципе Дебальцево и Широкино это всего лишь два фрагмента, не таких значительных.
Поэтому с этой точки зрения прекращение огня в целом соблюдается. Если же говорить об интенсивности боев, то вот, допустим, Дебальцево – это довольно серьезный случай, который можно интерпретировать и как нарушение перемирия. Ну вот смотрите, по словам штаба украинского, боевики обстреляли украинские позиции 112 ударов, 112 раз за сутки режима тиши, да, тишины, перемирия. Да, там в основном 88 раз били по Дебальцево, 88 из них. То есть получается, что основная критическая ситуация именно в Дебальцево, да. И потом но пока что Европа не, ну как бы еще пока не признали, что перемирие нарушено, да? Потому что у официального признания нарушения перемирия есть свои последствия. Что об этом говорит мир? Нарушено перемирие официально или нет? Ангела Меркель сказала, что обострение ситуации вокруг Дебальцево не было сюрпризом. И кто-то с российской стороны, кажется, Песков, тоже еще в субботу, еще до наступления режима прекращения огня, указывал на то, что Дебальцево может быть стать проблемой. То есть во время переговоров, когда бурное и довольно продолжительное обсуждение было последних пунктов, вот Дебальцево тоже там пытались урегулировать вопрос Дебальцево. Но вчера Песков, пресс-секретарь российского президента, сказал, что когда ему задали специальный вопрос по поводу того, что сепаратисты наступают на Дебальцево, он ответил довольно дипломатично и в то же время, в общем-то, однозначно, что все оговорено в Минских соглашениях, все алгоритмы и исполнение их обязательно для всех. Ну вот смотрите, что говорит пресс-центр АТО по оперативным данным. Террористы от своих кураторов получили приказ любой ценой взять Дебальцево и спровоцировали наших военных для этого. Еще вчера преступники планировали обстрелять город Донецк. Сами себя, опять обвинение в том, что сами себя обстреляют. Ну что ж, дальше. Противник в основном обстрел вел из стрелкового оружия и гранатометов. Пострадали от минометного огня «Ташковка», опытная «Новоташковская», уточняет пресс-центр. На Мариупольском направлении дважды из танков преступники вели огонь по селу Широкино. Танк, если это правда, то это, естественно, нарушение огня, режима прекращения огня. И в целом за сутки противник вот эти вот 112 раз, о которых я уже говорил, да. Но что мы видим со встречной стороны? Эдуард Басурин сегодня дал тоже пресс-конференцию в Донецком агентстве новостей. Вот что он говорит о нарушениях прекращения огня со стороны Украины. Так, сейчас мы послушаем. Оказались Докучаевка и Горловка. О всех нарушениях со стороны украинских вооруженных сил руководство Донецкой Народной Республики продолжает информировать ОБСЕ. Украинская власть не хочет перемирия. Она пытается всякими способами сделать дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения. Вчера вечером была очередная попытка на южном направлении, это в районе Широкино. Сводная тактическая группа из двух подразделений Азова и Днепра сделали попытку прорыва, в результате которой до 90 человек было ранено, один военнослужащий данных подразделений был погибший. Также была зафиксирована попытка выхода колонны со стороны Дебальцево в районе Углегорска. Колонна была остановлена. Потери в этой колонне, они уточняются. Также фиксировались обстрелы так называемом Дебальцевском котле, который украинская власть говорит, что его нет, по позициям подразделений, которые находятся в этих районах. Хотелось бы отметить о том, что заявление украинской власти, что здесь нет котла, соответственно, люди, которые здесь находятся, их просто бросили. Поэтому заявление главы республики, что мы даем очередной шанс остаться в живых, это сдать свое оружие, боекомплект и выйти с данных территорий туда, куда они хотят. По нашим данным, командование ВСУ
скрытно подтянула тяжелые артиллерийские системы. Это САУ, из них Пион, РСЗО, Град и Ураганы. На позицию населенных пунктов Артемовск, Мироновский, Светодарская, Луганская. Одновременно имея передовых подразделений на участке фронта Артемовск-Светодарская сосредоточено несколько групп журналистов с фото-видеокамерами, в том числе много представителей иностранных СМИ. Ну, вы представляете, какие это иностранные СМИ, это те, которые подконтрольны украинской власти. Мы задались вопросом, зачем. Поэтому мы подозреваем, что хунта намерена открыть огонь, спровоцировав на ответные действия, и зафиксировать о том, что мы нарушаем минские договоренности, и объявить нас в том, что мы их срываем. Хотелось бы добавить, что вчера с населенного пункта Логвинова было эвакуировано гражданское население, около 30 человек, которые там еще оставались. В этом непосредственное участие принимали подразделения Министерства обороны ДНР. Они вывезены уже вглубь территории и размещены в тех местах, которые для этого предназначены. Мы в дальнейшем будем вести активную работу, и то гражданское население, которое будет просить о помощи при эвакуации, мы будем это постоянно осуществлять. Чтобы нас не обвиняли, что мы держим гражданское население в виде щита, как это делает украинская власть. Оксана, мы обязаны, естественно, слышать все стороны конфликта и предоставлять возможность нашим зрителям тоже слышать эти стороны, чтобы для себя самим делать выводы. Но, конечно, не выезжая на место события, не владея всем спектром фактажа, как мы можем сейчас в студии определить, кто из сторон лукавит, либо недоговаривает, либо переговаривает, не знаем. Мы озвучили официальную позицию украинской власти, что ДНРовцы обстреливают. Мы услышали позицию ДНР, что украинская власть обстреливает. Все. Это все, что мы можем сделать сейчас, да? Пока что, сидя вот в этой студии. Конечно же, можно изучить более подробно по видеодоказательствам, которые могут прислать нам наши телезрители в том числе, да? Но, собственно говоря, рано пока говорить все-таки о провале. О провале рано. Процесса. Ведь мы слышали, если верить самопровозглашенной республике ДНР, то стягивается тяжелое артиллерийское вооружение стороной вооруженных сил Украины, да? Наши говорят, что около Горловки тоже концентрируются. Тоже самое, да, Горловки, да, концентрируются. Тяжелое вооружение в том числе. Я бы, слышат, наверное, но хотелось бы, чтобы руководители, которые делают такие заявления, хоть чем-нибудь подтверждали свои данные. Точно так, как зубы съели, говорить о том, что есть российские регулярные войска или нет при таком количестве техники. Я просто сейчас Рубана вспоминаю, Владимира, переговорщика, да, угу, который обменом пленных занимается. Но он уже неоднократно, сколько раз призывал, воспользуйтесь, пожалуйста, этой современной техникой. А ведь он говорил, наверное, знает, о чем говорит, да, что такая техника существует, которая позволяет до мелочей смотреть со спутников. Да. Но, тем не менее, доказательства не представляют. Я бы просто в этой ситуации порекомендовал бы нашим зрителям просто всегда смотреть как можно больше источников, две стороны всегда конфликта. Вот, и не спешите становиться на чью-либо сторону, потому что можете быть обманутыми этой стороной. Заявление фактически, то можно, оно унифицированное заявление сделать, да. Только уметь там менять в зависимости от ситуации, террористы. Ну вот, тут говорят террористы. Накаленные, оно, скорее всего, не содержит в себе правды, ни террористы, ни хунта, и так далее. Прозвучали за последние сутки зеркальные обвинения друг друга. Да. Концентрируют войска тяжелую артиллерию, собрали журналистов, хотят устроить провокацию. Просто поменять титр, фамилию, и это будет точно сообщение украинской стороны, и все. Я думаю, что в данной ситуации, что касается дебальцевской проблемы, так, дипломатично, то стоило бы, возможно, все-таки есть обозначенные минскими последними договоренностями контролеры, кроме ОБСЕ, представители Генштаба Украины и России,
как было согласовано на Минской встрече, которые должны образовать группу для контроля за перемирием и отводом тяжелой техники, вот отправить просто-напросто, призвать все стороны, жестко призвать, остановить бои в районе Дебальцево, отправить туда группу для того, чтобы исследовать, действительно есть окружение или его нет. И после этого многое станет понятным, и кто виноват больше, кто виноват меньше. Делили миссию ОБСЕ глазами мира, глазами нормандской четверки, чтобы ОБСЕ увидела непосредственно на передовой, на линии фронта, что происходит на самом деле. Я бы, честно говоря, больше доверял бы ОБСЕ, чем в этой ситуации и Климкину, и представителям самопровозглашенной республики. Да. Но пока что мы имеем по факту, что ОБСЕ не находится. Спешить кого-либо обвинять, почему ОБСЕ не находится в Дебальцевском боевом участке, тоже нельзя, да? Единственное, что правда перекликается вот эта речь Климкина о том, что ДНРовцы не пустили, со словами министра самопровозглашенной ДНР о том, что все-таки силы ДНР контролируют кольцо. Что касается ОБСЕ, то уже неоднократно отмечали различные политики, в том числе сами представители ОБСЕ, что это гражданская миссия, это не вооруженные люди. И существует угроза безопасности. Они в тех местах, где ведутся бои, они подвергаются опасности, угрозе их безопасности, поэтому они там не присутствуют. Поэтому возникает снова актуальной становится идея миротворцев. Кстати, то, что касается перемирия, я думаю, станет понятным, действует ли соглашение или нет, завтра днем. Потому что сегодня, как минимум вечером, должен начаться отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Да, то есть как минимум одна боевая... введена, и это должно быть самое главное, зафиксировано кем? Той же самой миссией ОБСЕ. Да, то есть признано четырьмя главами государств, что именно ОБСЕ есть главным маркером, ну, то есть индикатором, точнее. В общем, если заявит украинская сторона, что отвод начался, ОБСЕ в это время ничего этого не подтвердит, то это повод, например, стороне, да любой из участников, кроме украинской, сказать, а чем вы докажете? ОБСЕ, что вы знаете по этому поводу? Начался отвод? ОБСЕ говорит, не знаем. Ну тогда и не знаем, начался ли на самом деле. Поэтому ждем от миссии ОБСЕ отчетов по мониторингу. И ждем очередной рубеж сегодняшний, четко прописанный в соглашении, в комплексе мер. Это отвод на третий день после прекращение огня. Да. Вот сегодня третий день. И вот то, что касается отвода, я считаю безответственными. Или попытки... я вышиваюсь на второй день, там в конце, я не помню, второй. В понедельник. Как минимум сегодня вот еще тот, а завтра уже точно должен быть отвод. Считаю безответственными заявления политиков с нашей стороны, государственных деятелей, о том, что мы отведем тогда, начнем отвод, когда прекратится стрельба, хотя это, в принципе, оправданный подход. А с той стороны зазвучали еще более безответственные заявления о том, что пускай украинская власть отводит первой, начинает, а потом мы будем отводить. Хотя согласовано, что обе стороны одновременно обязаны начать в понедельник, а закончить через... Не помню, сколько там дней, надо смотреть документ. Недели, кажется, да. И в данном случае именно в связи с отводом техники, я думаю, связан во многом оптимизм, который высказала, сдержанный оптимизм, который выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Сейчас мы перейдем к этому, министр иностранных дел Германии. Да. Да. Ну что ж, резюмируем по теме боев, ситуация в Широкино. Давайте коротко еще пройдемся по Широкино. Если можно, секундочку еще. Снова возвращаемся к идее миротворцев. Нужно вводить миротворцев, иначе это будет бесконечный спор, кто первый стрелял, кто кого провоцировал на ответные действия и
Ваши могут помочь решить только миротворческие силы? Думаю, что да. Вот в этой демилитаризованной буферной зоне. В условиях недоверия сторон друг к другу, в условиях недоверия жителей. Но вопрос, какой должен быть степень доверия этим миротворческим силам со стороны обеих конфликтующих сторон? Да? То есть, если... Ведь если нет достаточного уровня доверия к миротворцам у какой-либо стороны, то эта сторона начнет обвинять этих миротворцев в провокациях. И в содействии другой стороне. И в содействии, стороне. Да. Где найти на планете сейчас такие силы, которые бы были, ну извините меня, совсем-совсем. Он находится... Как сказала одна из жительниц Донецка во время онлайн-моста, да, что остановите войну. Я спросил специально, а какой, миротворцы какой страны вас больше устроят? Она сказала, да хоть с Марса. Учитывая, что украинская власть не доверяет российским миротворцам, и каждый раз, когда идет речь, озвучивается идея введения миротворческих сил ООН, почему-то сразу начинается подмена то, что это будут российские войска. Понятно, что мандат решения о том, какой состав миротворческих сил будет определять Совет Безопасности ООН. Консенсусом там присутствуют США, Китай, Великобритания, Россия. Понятно, что если будет однобокий какой-то крен, то любая из стран может наложить вето. Хорошо. И вот еще есть встречное заявление Захарченко. Угрожают взять Харьков. Вот что говорит лидер самопровозглашенной республики. Якщо київська влада не буде дотримуватися умов мінських домовленостей, не поведе свою техніку від наших кордонів, не відпустить наших полонених і продовжить бомбити наші міста, то, зрозуміло, ми не будемо просто стояти і чекати. В першу чергу ми просто знищимо Дебальцевський котел з українськими військовослами. Це угроза, звісно, де зараз перебувають від 6 до 8 тисяч осіб. Потім ми відіб'ємо супротивника Маріуполь, а коли це буде зроблено, то ми кинемо всі свої сили на те, щоб взяти Харків. Пряме заявлення. Захарченко, да, то есть это, естественно, фактор давления, это угроза. Со своей стороны Порошенко угрожает, не угрожает, как это правильно квалифицировать, военным положением, переводом всей экономики, всего потенциала, который еще остался в Украине, на военные рельсы. Война заявлений, в общем-то, война угроз. Заявлений, конечно же, не может не свидетельствовать о неком накале, накалении ситуации, да, ситуация потихонечку, пытается накаляться, как мне кажется, нет? Накаляется. Вот эти, во-первых, реально, да, накаляется. Ночь с воскресенья, с субботы на воскресенье прошла тише, чем с воскресенья на понедельник. Уже, да. уже динамика возрастания огня. Ну что ж, наблюдаем за ситуацией в Дебальцево. Честно говоря, от этой ситуации зависит практически, получится ли удержать этот мир. В Широкином что? В Широкино какие-то перестрелки, столкновения, если верить сообщениям Семенченко, там что был даже... Азов там сухопутные работает, да? Силы, перестрелка, там минометы, там гранатометы, стрелковое оружие. Азов постоянно снимает видеоролики о своих действиях и доказывает, что действительно... Какие-то позиционные бои происходят, или, как говорил Семенченко, пехотные бои. Да. Применяется стрелковое оружие. И, кстати, по поводу Дебальцева тоже говорили, что чуть ли не в рукопашную. Ну вот такая ситуация, да, это полк Азов передает. Что еще есть, такие вот они ролики еще снимают о себе. Вот, даже заставку сделали геральдическую, символическую. Когда эту линию смотрю, такое впечатление, как человек заблудился и петляет. Это не предмет обсуждения. Ну, просто ассоциация. С точки зрения аналитической. Конечно. Ну, бои сейчас здесь не сняты, но вот музыку подложили. Подготовки к обороне, да, то есть, Записывайтесь. Вот, словом, нет, сейчас бойцы продемонстрируют, что они из минометов
куда-то стреляют. Героическую музыку. Такое же видео наступление на Санжаровку или Дебальцево. Сепаратисты тоже. Вот, минометный расчет. То есть, по факту, сам Азов тоже подтверждает со своей стороны, что огонь не прекращен, и только может оправдывать это тем, что они не стреляют в ответ. Так ли есть на самом деле, мы не можем знать пока что. Ну хорошо, Широкина, Дебальцево, Горловка, еще Горловка, да? Центр города был обстрелян. Правдивую, еще раз напомню, информацию об этом всем, на которую можно хоть как-нибудь ориентироваться, мы ждем, конечно, от ОБСЕ. Очень надеемся, что ОБСЕ предоставит нам какие-то первые отчеты. Но пока что официально срыв режима тишины не признан. Да? Идут взаимные обвинения, как мы просмотрели только что со стороны Захарченко, со стороны Порошенко. Неконтролируемые или, так сказать, батальоны украинские, которые не входят официально в силовые структуры. Есть ли там какие-то изменения? Ярош и другие? Пока что нет, как было на вчерашний день. Дмитрий Ярош заявил, что батальоны правого сектора, добровольчий украинский корпус, виконує розпорядження головнокомандувача про припинення бойових дій. Так же і Азов заявив, що... Призупиняє наступальні дії. Те ж саме і Азов вчора по телефону представник Азова нам повідомив, що вони призупинили наступ у зв'язку з тим, що головнокомандувач віддав наказ на припинення бойових дій. Население Украины вот по тем вопросам, по количеству вопросов, комментариях и в письмах к нам население беспокоит вопрос последствий введения военного положения. Пока что на тему военного положения больше никаких высказываний, кажется, нет, да, и подвижек в эту сторону. Было, но я только не пойму, сегодня или вчера снова в пресс-центре АТО, в антикризисном центре Лысенко, сказал, что если перемирие будет нарушено, то будет принято решение. И если будет введено военное положение, то это коснется всей территории Украины. То есть вопрос серьезно пока что прорабатывается, рассматривается. Прорабатывается, да, рассматривается. Последствия введения военного положения мы обсуждали в предыдущих программах. Да. Наверное, будем еще к этому возвращаться в будущих программах. Но итак, пока что Европа ничего не сказала и мир о том, что мир нарушен, и еще остается надежда. Каковы результаты вчерашних переговоров телефонных нормандской четверки? Руководители государства настояли на том, что в районе Дебальцево должны быть прекращены все боевые действия. Ну, опять-таки, проконтролировать это может только ОБСЕ. А определенным маркером для себя будем иметь в виду, что если ОБСЕ попало в зону боевых действий, и может вести мониторинг, это хороший знак. Да? Это значит, что обе стороны действительно хотят, чтобы ОБСЕ зафиксировала тишину и мир. Да? Следующий маркер – это все-таки отвод вооружения. Это самый главный маркер. Сегодня начаться отвод. Уже здесь есть тоже сложности. Лысенко заявил сегодня, что только при условии, что ДНР начнет отводить, да? Нет, это Чалый сказал. Чалый сказал до тех пор, пока ведутся боевые действия. В принципе, пока ведутся. Да, когда будет прекращена стрельба, тогда начнется отвод тяжелых вооружений. Но мне кажется, что вопрос настолько сложный и последовательный, я имею в виду Дебальцево и отвод войск, да, то есть вооружение. Без решения дебальцевской проблемы, мне кажется, никакого отвода не может быть. Да, вот говоря о вчерашнем заявлении, ну, как минимум, в этой четверке, правда, ссылка на пресс-службу главы украинского государства, но все-таки мы верим, думаю, что не искажают. Спільна позиція нормандського формату – це припинення вогню має відбутися на всій лінії зіткнення, включаючи частини в районі Дебальцевого. Тобто, ну, спростувань від якоїсь іншої сторони чи інших трактувань, повідомлень про те, про що домовилися лідери нормандської четвірки в телефонному режимі, немає. Тобто це однозначно. Ну от ще наші колеги прямо в Донецьку заявляють, що
в аэропорту Донецка был обстрел. Вот, зачем, непонятно, ну, как бы его сейчас там занимают силы ДНР, да, ну, теперь понятно. Вот, и фотографии даже нам прислали, вот я сейчас хочу их продемонстрировать. Там на окраине аэропорта какие-то здания депо занимают наши силы, а большую часть, да. Единственный момент, что я не могу сейчас вот по этим фотографиям найти доказательства, что они действительно сделаны сегодня или вчера, ну, как бы после нулей субботы на воскресенье. То есть, по словам нашего источника, эти фотографии сделаны именно после момента начала прекращения огня. И, мол, эти фотографии свидетельствуют об обстреле аэропорта. Но на самом деле здесь трудно определить, потому что настолько все разрушено, настолько уничтожен этот инфраструктурный объект, что очень трудно сказать по этим разрушениям, когда они были сделаны, сейчас или 3 недели назад. Но вот, тем не менее, прислали эти фотографии. Ну что ж, наблюдаем за ситуацией. И как встретила Европа своих лидеров, лидера Германии и Франции, какая первая реакция? Вот что уже успели заявить Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, и вот литовский министр. Это Литва свежая говорит, реакция. Это свежая реакция, да. Литва говорит, Российская Федерация не придерживается обязательств, пора ужесточать санкции, говорит Линкевичус, простите. Да. Вот цитата. «К сожалению, прогнозы были правильными. Россия не имеет желания и намерения соблюдать перемирие», написал он в своей странице на Твиттер. Ну, это позиция Литвы, да? Что же говорят германцы, немцы? Штайнмайер предлагает перейти к следующему этапу, а именно отводу войск. Да? Глава МЗС Німеччини також висловив стурбованість ситуацією в Дебальцевому, а також безпекою спостерігачів ОБСЄ. Продовження, значит, вот что он говорит в своем твиттер-аккаунте. Тоже сейчас, конечно, мода, да? Все официальные заявления читать на Твіттері, ну, це нічого страшного. Необхідно продовжити докладати зусиль щодо виконання домовленостей Мінськ-2 і почати наступний етап відведення важких озброєнь. Ми бачимо послідовність європейських лідерів в принужденні обох конфліктуючих сторон к миру. Да. Кому на Європі більше всіх вигоден мир? Ну, звісно, кто-то будет возражать. Больше всех выгоден Украине, а потом уже Европе и России. Если мы, вот здесь я бы внес такую поправку, Украине, это слишком широкое обозначение. Народу Украины. Вот да, потому что в Украине есть власть, власть делится на группы, эти группы преследуют разные цели, да, поэтому я бы не стал обобщать не до уровня там Украина, Россия, да, можно говорить правительство Украины, там крыло да. Радикальное, крыло умеренное, партия войны, партия мира, это все надо всегда учитывать, да. Поэтому, ну, тем силам, которым нужна война, конечно, они будут всячески пытаться эскалацию наращивать. Вот Ангела Меркель сегодня тоже прокомментировала, агентство Reuters сообщает, ситуация, опять-таки, «Украинская правда» со ссылкой на Reuters. Ситуація в країні стабільна, особливо у зв'язку з ситуацією навколо Дебальцевого, що, в принципі, можна було прогнозувати. Від самого початку було зрозуміло, що потрібно ще дуже багато робити. І я завжди говорила, що немає жодних гарантій, що наші зусилля принесуть успіх. Це буде вкрай важкий шлях, наголосила Ангела Меркель. Тобто, можна, в принципі, розцінювати як такий обережний песимізм, але послідовне просування, незважаючи на оптимістичні тенденції. Ну і як зустріли Петра Олексійовича Порошенка? Здесь українські еліти, українські групи, його платформа, платформа його ж конкурентів, або, так сказати, ситуативних союзників. Значить, останній пункт нашої програми, як зустріли Порошенка здесь в Україні з привезеним документом? Яценюк исключает, в принципе, легализацию ДНР и ЛНР. Премьер-министр заявил, что нашими руками, руками центральной влады, легализовать террористов никто не будет. А если они так думают, а также легализовать их анклав, который они там решили влаштувати. Стоит ли расценивать это как
открытый поход против президента? Или это мягкое такое, мягкое упорство? Я думаю, что это мягкое упорство и некомпетентная, недипломатичная позиция. Яценюк, он такой сам по себе типаж человека. Импульсивный. Слишком. Импульсивный, которого что-то в голове субъективное вот такое сложилось. И он говорит, не задумываясь о том, что он на самом деле делает, потому что есть командная игра, и хотя бы как-то более-менее дипломатично нужно было сказать. Я думаю, что соглашусь с этим не фронда, не фронда, а скорее личное субъективное мнение Арсения Петровича Яценюка. Я согласен. Здесь это мое личное мнение. Ну, как бы это, в принципе, наша авторская программа, поэтому это важная поправка. Yeah. И главное, что я отделяю свои личные мнения от мутных ссылок на каких-то неизвестных экспертов. Вот нашим зрителям сейчас говорю, что мое личное мнение журналиста Алексея Кутепова, это то, что если власть жмет руки друг другу во время, помните, да, было в парламенте, там они втроем с Гройсманом и с Яценюком, mm-hmm. вот это мой премьер-министр, я ему доверяю. Команда. Если это командная игра, то обществу достаточно будет одного спикера, одного центра принятия решений визуально и одного некого авторитетного центра, да, для. Да. И если президент говорит, что вот этот документ я путем сложных переговоров 16-часовых выработали вместе, я его привез, и в это как бы в этот момент там кто-то из его союзников, прям членов команды, которых всех мы видели в парламенте, ну, фыркает и демонстрирует какие-то такие противоборствующиеся телодвижения, то это выглядит как-то странно. Или слишком, наоборот, не странно, слишком, а говорит само за себя, что команда внутри разделена. Да. Нету монолитности. У Яценюка слишком эмоциональная и, я бы сказал, субъективная такая риторика. Кстати, вы заметили, вот, что Порошенко после... Треба быть готовым, что Путин не выполнит. Вот я сейчас открыл, да, Яценюк говорит, вообще треба не быть верит готовым. В мир, никто не... Мы даже с ними вообще не будем разговаривать. В стране априори настолько нужен мир, я имею в виду сейчас население, да, уточняю. Вот по телемостам, которые проходят у нас здесь, видно, что многие люди очень сильно хотят просто, чтобы прекратилась стрельба и прекратили погибать люди. Но Яценюк в это время заявляет, что... Не верит, да? Яценюку, по-видимому, это, перед сном нужно крутить фото и видео из раненых солдат, ну, плачущих знаю, женщин, нужно, детей. Это, как бы, поэтому, момент, возможно, риторика чуть-чуть поубавилась бы, по крайней мере, что еще внутри? Такой. Что еще внутри? Яценюк за выплату России репараций, да, уже заговорил сегодня, что на восстановление Донбасса должен именно бюджет РФ быть задействован, вот, сообщает нам корреспондент. Дальше. Гройсман отбросил любую возможность автономии для Донбасса. Вот тоже, да? Я не говорю, что Порошенко сказал обществу, что Донбасс будет автономным. Такого не звучало. Нет. Нигде. Ни в бумаге, то есть нигде, ни в текстах, ни в его высказываниях. Но вот эта вот троичная монолитность, она как-то разрушается самими же высказываниями этих людей. Ну, Гройсман вроде бы человек президента. Да, на 100%, да. Хотя на 100%. Ну, в принципе, он не противоречит. Об автономии речь, что не шла. И президент не соглашался на автономию. Ну, реакция, что заявление Яценюка о репарациях – это верх цинизма. Встречное заявление. Так, Климкин снова считает... Тема... Предоставить Украине оборонные вооружения. Это заявление министра иностранных дел. Да, интересно, ну, так фотографии... прозвучало. Войны. Да, вроде бы оборона, это не война. Фотография такая, я бы сказал, хоть это уже и не совсем аналитика, но достаточно ярко иллюстрирующая взаимоотношения. То есть человек Украины старший по должности, по возрасту как-то... Вот, да. Словом, зброя потрібна, каже міністр, на перемир'я, незважаючи на перемир'я, для того, щоб відбивати атаки на мирних жителів. Не доказано, що українська сторона не обстрілює Донецьк. Не доказати, що це не українська сторона. Мирні жителі гинуть кожен день. Ну, слава Богу, зараз тільки в перші два дні
Об этом говорил Рубан на громадском. И об этом есть мысли наших гостей в программе, которую мы обсуждали, да, называется «Кто стреляет по Донецку». Ну что ж, вот еще в дополнение точно, к оружейной точно теме. Думаю, что факт предоставления вооружения Украине, поставки оружия, это повод для нового витка эскалации. Как вы считаете? Да, если будут поставки вооружений, то эскалации конфликта не избежать. И в США в том числе, не все там, как можно судить из СМИ, сторонники поставок оружия Украине. Там тоже разные точки зрения есть. У американских СМИ очень много, ну поставим мы вооружение Украине, но Россия тоже тогда, и это будет эскалация конфликта. Вот то, что касается оружейной темы, как бы продолжение, вчера вечером или сегодня появилось сообщение, что вице-спикер Андрей Поруби собирается на этой неделе с визитом в США, в том числе выпрашивать оружие. Его не дают, все как бы стопорится, а вот он снова поедет лоббировать или как договариваться о том, чтобы сделать возможными. Партию войны условно мы уже, я напомню, зрителям определяли. Естественно, это как бы наши авторские предположения, вы можете иметь альтернативную позицию. Партия войны – это Порубий, Турчинов, Яценюк туда же входит, да? А партия такого условного мира, условного, который, людей, которые бы согласились бы на все-таки мирное урегулирование, Порошенко и его команда, да? Вот, Порубий входит в партию войны, они будут требовать. Ну, как бы, насколько они самостоятельны, они, я имею в виду партию войны, Турчинов, Порубий, я ценю, насколько они самостоятельны. Это мы будем тоже определять в наших последующих программах. Конкретно, я имею в виду, мы будем определять совсем скоро, собственно говоря, геополитическую карту мира. Кто есть игроками на этой шахматной доске большой, стратегической, мировой. Кто есть зависимыми, кто есть пешками, кто есть, в общем-то, фигурами помощнее, да, и так далее. И там будет видно взаимосвязи, кто есть самостоятельный из стран, а кто из стран и руководителей этих стран есть зависимым и производным. Леонид Кучма считает главным успехом минских договоренностей взятие лидерами ответственности за их реализацию. Дипломатичное такое отстраненное заявление. Прорыв я вижу в том, что мы посадили за стол переговоров европейцев, Путина и Украину, что европейцы и Путин взяли на себя ответственность за те документы, которые были подписаны в Минске. Но не хватает, естественно, наверное, одних только слов лидеров, чтобы прекратить огонь. Вот это не реклама, вот на «Украинской правде» тоже появилась статья, они тоже озадачились этой противоречивостью сообщений о том, в Дебальцево в окружении или нет. Что статья такая обзорная. Ну, в принципе, мы все сказали из того, что они попытались. Просто они меньше сказали, чем мы. О поставках оружия. Вот есть, уже завершаем. То есть, давайте так, подведем такой итог. Как все-таки мир воспринял? США, наверное, выжидает. Готовится поставлять оружие. Если будет нарушено перемирие. Готовится поставлять оружие. Почем это мы можем отследить? По регистрации законопроекта в Конгрессе, который уже зарегистрирован и ждет своего рассмотрения. Его пока отложили. МВФ тоже на паузе. Предоставлять деньги или не предоставлять. Деньги эти от МВФ, конечно же, целевые. Они не могут быть юридически, так сказать, направлены на войну. Но если эти деньги окажутся здесь, в Украине, как мы знаем, в Украине деньги умеют пропадать в разные места. Куда они будут потрачены, неизвестно. А Европа, сжав кулаки, держит, так сказать, ждет все-таки и надеется на стойкий мир, потому что дестабилизация на украинской территории, по которой течет газ в Европу, в Европе не нужна дестабилизация здесь. Да? Беженцы. Как и беженцы, как и поток мигрантов из Украины, да, это мы видим, что уже визы уже ужесточают. Постоянные проблемы с оказанием помощи. Ну, собственно говоря, и экономические разрывы с Россией Европе тоже не нужны. Полного разрыва с экономического с Россией Европа мы понимаем, не просто понимаем, а слышим их заявление, особенно заявление бизнеса. Европа этого может и не выдержать. Ну, как минимум, придется затягивать сильно пояса. И экономическая руина на территории Украины тоже не нужна. Да, да, да.
потому что просто имеет общую границу. И черная дыра для всякой финансовой и гуманитарной помощи. Вот. Украина встретила президента по-разному. Ну, понятно, что всяческие люди, которые очень сильно хотят мира, надеются на это. А партия Сидели войны вот, вместе с лидерами неконтролируемых батальонов восприняли документ, который привез Порошенко, достаточно критически и осторожно. Ну и напоследок, вот британский генерал рассказал о ненужности бронемашин «Саксон», которые поставлены. А я хочу уточнять вот это вот слово «поставлены». Это не просто привезены, это проданы Украине. А Украина за них заплатила деньги, да? Ну вот что он пишет. Там указано, купили значит, или нет. Ричард Даннат, генерал британской армии, причем экс-глава британской армии, генерал Ричард Даннат, заявив, що броньований «Саксон», який Лондон передав Києву, для української армії абсолютно марні в боротьбі проти проросійських сепаратистів. І силається кореспондент на The Telegraph. Закупівля цього виду військової техніки з боку українського уряду – нічого інше, як аморальний вчинок. І ще раз говорю, це слова Данната. Закупівля. Закупівля. Угу. От, всегда треба розуміти, що нічого безплатного не буває. Буває тільки за деньги, іноді за деньги в долг. За які ж гроші? За да. Він зазначив, що передачу «Саксон» українським військовим не можна називати хорошими новинами. Могут ознакомиться с этим материалом на корреспонденте. Я же говорю о том, что мы попытались разобраться в том, как продвигается выполнение Минских соглашений здесь, в Украине. Определили, обозначили эти сложности основные, продолжаем за ними дальше наблюдать и, ну, условно, разбираться да, во всех вот сложностях этой непростой исторической пехота, проблемы. Вот, кстати, по состоянию на 14, да, то, что вы говорили, пехота боевиков штурмует позиции АТО возле аэропорта. И видео здесь, ютубовское видео есть. А, это Стельма говорит. По состоянию на этот час, то 14.00, боевики 24 раза вели огонь по объектам и позициям сил АТО, а также по населенным пунктам. Так. Дорогие телезрители, это была аналитическая программа «Версии». Завтра мы с вами встретимся в 15.00 на этом же телеканале. Смотрите нас в Ютубе и на сайте 17tv.com.ua. В 14.00 завтра здесь появится Андрей Павловский с программой «Война и мир». Мы с вами прощаемся до завтра. Владимир Воля, политический обозреватель 17-го канала. Я Алексей Кутепов. Спасибо большое, что были с нами. Да будет мир. Події. Що змінюють? День, тиждень, хід історії. Випадковість.